Космический корабль «Союз». Космический корабль может быть беспилотным или автоматически пилотируемым. Беспилотный космический корабль управляет с Земли или проделывает путь, заложенный в его программе. А чаще всего эти два вида управления совмещают. Пилотируемый корабль, кроме того, может управляться вручную человеком, находящимся на его борту. Все первые корабли были довольно легкие по размеру и размещались внутри многоступенчатой ракеты-носителя. По мере взлета от ракеты отделялись секции, оставался лишь собственный пилотный модуль, который, сделав несколько витков вокруг Земли, приземлялся на специально подготовленное место при помощи специального парашюта. Союз на именовании серии советских и российских многоместных космических кораблей для полетов по околоземной орбите. Ракетно-космический комплекс «Союз» начал проектироваться в 1962 году. Первый запуск был произведен в 1967 году. Космические корабли «Союз» предназначены для решения широкого круга задач в околоземном космическом пространстве. Отработки процессов автономной навигации, управления, маневрирования, сближения и стыковки, изучения воздействия условий длительного космического полета на организм человека, выполнение транспортных операций для связи с орбитальными станциями, проведение научно-технических экспериментов в космическом пространстве.